жизнь уменьшилась на половину, и они вдруг появились. Я сейчас играл опять Dead Space. Я играл сейчас Dead Space, записывал там это, пипец, страшно. Я не знаю, как ты, но меня страшные игры очень пугают. Не обосрался? В этот раз нет. Страшновато было, но. Тебе нравится играть в игру и потом по ночам не спать? Да, это что я сказал сегодня. Спать потом не буду. Она стоит там $5 вроде. Что? Можешь купить, попробовать. Не хочу. Leatherface, Smetherface. Так, я здесь просто забежал сюда побегать, подождать тебя, пособирать немножко опыта и хрени. Пошли на задание. Да, два скиллпоинта. Ты записываешь видос и голос мой тоже? Да, он записывается тоже. Окей. Это значит, ты будешь половину на английском, половину на русском? Нет, мы будем играть дальше. Только тебя будет слышно, конечно. Starting history mission will mark a point of no return. Почему? No return when any unfinished side missions up to this point become unavailable. Do you want to start a mission? Значит, игра очень короткая. Написано, если начнешь эту историю, то сраная хрена. Если ты начнешь эту сейчас задание, story mission, ты не сможешь потом вернуться и делать остальные квесты. Поэтому игра, значит, короткая, тогда нужно будет по сторонам сейчас бегать. Меня выкинуло. Хреново, сейчас тебе опять пошлю. Проблема с интернетом или с чем? Я не знаю, я вижу, ты немножко глюч сейчас. Ну что, с самого начала почему-то меня люди были уже в игре. Вдруг появились мобы, я не знаю. Да, не должно быть, я знаю. Опа. Вот и здесь. Включит. Пока нет. Иди пособирай, тут много вкусного. Мне нравится шотган.
На, хорошее оружие. Дамаг хороший. Удобное оружие для нескольких врагов. То есть ты стреляешь в нескольких, он бьет сразу, нет? Несколько. Там же рассеивание идет. В реальном шатгане идет рассеивание. Ну хон, в этом тоже. Так, вроде бы все собирал, где-то сундук есть. Так, бери, я пойду поищу. Ну ничего взять не могу. Он уже открытый и пустой. Не понял, что это было. Печенька должно быть здесь. Разве тут гребаная печенька? Да, где ты сейчас находишься? Вот это он. Тиги-тиги-ниу-ниу-ниу. Everybody else is already taken. Будь самой, все остальные уже взяты. Какой день, твой день вообще был? Ну, скажу тебе. Что тебе могу рассказать? Мама в трауре, потому что умер дядя. Потому что день как бы начался не очень. Ну, потом сходили на новую квартиру. Там сгорела лампочка, еще одна новость канала. Теперь лампочку менять надо. Печенька, если ты отказался на развилку, если ты оказался на развилке, посмотри на нее другими глазами. Можно понимаешь? Если ты стоишь перед выбором. Это было круто. Только рвануло. Если умер, ты стоишь перед выбором одно сделать или другое сделать, посмотри на эти же вещи другими глазами. Типа, сделай ипус и посмотри еще раз на эти вещи, только другими глазами. С другой стороны, иди к этим же вещам. Смысл в этом хорошем, но когда действительно перед тобой стоит какой-то серьезный выбор, очень сложно решиться, какой выбор сделать. Просто надо в этот момент надо действительно как-то литопес и сделать выбор правильно. Кто-то уже убежал. Наверх поднялся. Я одному такой сюрприз сделал, я бы прикончил.
пошел. Видишь, просто разрывал. У тебя печенька есть? Нет, есть. Как у тебя там интернет? Я видел, ты опять немножко глючнул. Нет. Меня просто выкинуло. Это не мой интернет. Я тебе понял. Давай тогда так сделаем. Я перезагружу комп. И думаешь, опять тебя призову. Ты думаешь, что надо перезагрузить комп? Да. Мне это помогает? Сейчас глянем. Должно. Это комп или это модуль? Я не знаю. У меня просто весь день сегодня был включен компьютер с интернетом, чтобы поднимать видосы. Я утром включил, оставил все видосы. Вот он был в такой состоянии таком. Поэтому сейчас я перезагружу комп. Мы продолжим. Never mistaken motion for action. Как сейчас, лучше? В смысле лучше? Думаю, что-то изменилось? Я думаю, что должно было, да. Конфуций утверждает, что одеваться как монашка никто почитать. Он исчезает, по-хреновому. Здесь какой-то сундучок, если тебе это интересно. Мне сюда интересно, там где есть деньги. Где сундучок? Где-то здесь показывают, как туда зайти, я теперь ищу входы, бля. Да, но я не вижу сундука там. А я вижу, это внизу, значит, как-то какой-то вход откуда-то есть. Что это такое, блин? Тренированная текстура, блин. Пиздец. А, вот этот сундук. Ой, блин. Вот этот сундук. Я провалился через землю. Что за бракованная текстура? Ты нашел его? Ты под землей? Во-первых, был, я упал. Пипец! Там есть два сундука, но походу они... Просто с другой стороны этого здания. Да, может отсюда пошли тогда. Пытаемся обойти, блин. А, ты оттуда пошел? Да. Я с другой стороны пошел. Тут 4 сундука. Тут 2 сундука. Да, они с этой стороны. Возможно, что тут там. Как ты обошел? С другой стороны этого. Короче, на тебе.
одиночками все. Да. Это было кайфно. Кайфная игра, правда? Ну да. Особенно так получить удовольствие почилиться в конце дня. Особенно после этого космоса страшного, блин. Я тебе советую поиграть в нее. Зачем? Она интересная, она классная. Мне интересно, там техникальный, как там люди сидели, это делали, так это как бы инженерство. Красиво инженерство? Сделали. Да, они классно сделали. Инженерство? Угу. Что за инженерство? Это гениальные люди сидели, принимали решение, как это все сделать, чтобы оно работало. Поэтому я любуюсь как бы теперь атмосферой. Мне очень интересно, как они это достигли. Там саунд просто, хавала лазман. Что там саунд был? Там саунд очень классный, там все очень такое подточенное. Ты как бы работаешь ушами, нежели глазами там больше. Саунд там очень хороший. Нравится игра? Да. Ты вот эти два сундука нашел, которые здесь? Да. Ну, тут... На 105 долларов ты можешь либо ее скачать, либо купить, как тебе удобно. Значит, либо скачать, либо купить. Да, там нельзя вдвоем играть, поэтому как бы мне это действительно не важно. Кайф. А что именно кайфово? Вот эти все взрывы, как они умирают, когда ты попадаешь, это удовольствие. Сатисфакция, блин. Угу. Усёк? Я знаю, ты все понимаешь, молодец. Угу. Там еще сундук нашел? Да, я под землей, блин. Опять? Опять. То, что там здание, которое у него пол открытый. Еще. Такое здание, какое пол открытый. Блин, тут враги. Да, я застрял под полом, блин. Come on! Да! Йо-йо-йо-йо-йо! Мне не остается выбора, либо как упасть. Падал. Блин! Я опять это здание упал, что за хрень? Ну. О. Ну. Я бы вышел оттуда, нет. Иди собери твои эти вещи. Сейчас. Скажу, тут куча вещей. Разных. Ну как сюда было войти, к этому сундуку, черт бы его побрал. Какому сундуку? Вот этому? Да, там был сундук там. Не знаю, но на карте нет никакого сундука. Неважно. Опять эти сундуки, я не знаю, как к ним попасть. Тут сундук. Да, те сундуки, я не знаю, как туда попасть. Абсолютно. Какие сундуки? Покажи мне. Сейчас.
Идем глянешь. Вот здесь есть был сундук. Кто-то тебя пытался взять и падал через землю сюда. А ты брал сундук и падал вниз? Не, я пытался войти в этот дом, но это был дом рядом. И там пол, текстура почему-то оборватая, я падал через землю сюда. Вот есть еще сундуки, но я не знаю, как попасть туда, блин. Не через землю, а под землю. Ну, под землю. Как бы это уже выход из уровня там за стенкой, поэтому обойти не получится. Ну, в ходе тоже здесь найти не могу, блин, никак. Да, конечно. Ну, чем тебе этот сундук? Ну, максимум один сундук меньше, мы замешаем. Я его никогда не взял, хотелось бы найти его. Вот где. Единственный вход это здесь, но отсюда нет продолжения. Кого-то выкинул. Nothing like a fresh clip. Сюда единственный вход. Пытаюсь дырку пробить в другие здания. No. Ни хуй, ни хрена. Еще я не могу сделать. Ну, скорее всего, там баг какой-то в игре. На крыше нет? Нет. Когда поднимаешься на крышу, он показывает, что это внизу. Значит, нельзя взять. Я понял. Пошли дальше убивать тогда. Wait.
сколько всякого фуфла. Мурат. Тут куча разного фуфла. Да. Это печенька. Где эта печенька? Здесь, наверху, гнали. Тига-нига-нил-нил-нил. Gods always behave like the people who make them. Зора-ниэля. Хурстон. И дойти сюда нельзя. Oh, hello, new ammo friends. You ready to kill some fuckfaces? Вот печенька на полу. Прощайте, прощайте врагов ваших, это лучший способ вывести их из себя. Ты понял? Угу. Так что, если ты хочешь кого-то вывести из себя, скажи мне, я тебя прощаю. Идем за мной. Be very, very quiet, hunting dickheads. Нет, иди. Мне тут беги. Угу. Ты чуть-чуть опоздал. Где он где-то лежат, блин? Тебя убивают? Нет. Пока я их убиваю. Видишь, тебе здоровье снимается, он говорит, не. Ты подошел подлечиться. Что ты их порубал? Skills, fucking karma. Три skill поинта, что вы охренели, блин? Хрена себе. Тебе плохо? Конечно, дали три скиллпоинта, ты недоволен? Нет, три скиллпоинта стоит, чтобы карму поднять на последний уровень. Сейчас я получаю плюс 10% карме, потом я буду поднимать, получать плюс 15, но это стоит три скиллпоинта, блин. Я не думаю, что это стоит. Ну стоит? Не качай. Я качну все-таки, буду ждать еще один скилл. Нет, не качай, это дорого. Шли там дальше, нас уже босс ждет какой-то. Не знаешь, что тебя там ждет? Фак!
hell? Сука, стоит меня сзади бьет, я не вижу. Oh, hello, new ammo friends. You ready to kill some people? Что? Мы вместе всех убили. Да я там двоих убил. Appropriate response to reality. Go insane. Я побежал за другим. Где ты застрял? Где ты застрял? Накачаю оружие наверху, подожди. Почему наверху? На них сверху спрыгнуть, поэтому это тоже умелка такая. Давно уже пользуюсь. Что? Давно пользуюсь, это ловит тфиса хоших. Ловление тьмы, так называют они. Но у меня максимум прокачано. Я еще добавил пару этих... Вот эти вещи, которые усиляют навыки, чтобы он немножко даже еще урона делал. А в окно прыгнуть не может. Там печенька. Я не знаю, как эту печеньку взять. Как эту печеньку взять? Я типа над печенька, но зайти не могу. Ты куда убежал? Я пошел вперед. Нет, там.
Тут где-то есть печенька. Вот и стекло разбил, но не знаю, как пронести стекло. Не дает, уж со второго этажа. Да, прыгай на крышу. Здесь проход. Есть крутая, крутая музыка. Hotline Miami, бля. Ну, вот она печенька. Библия просит нас быть похожими на Бога, а затем страница за страницей описывает Бога как массового убийцу. Как тебе? Круто. Готов идти дальше, нас босс ждет какой-то. Он нас ждет? Да, или нас он... ждет. Зачем он нас ждет? На кого еще он ждет? То, что глюк был, надеюсь, меня не выкинет. Зажарили? Да. Это был босс? Нет. Это был босс? Не знаю, что у тебя с картой. Ты не видишь красную стрелку, которая ее такой золотой полоска такая. Есть. Так вот. Есть. Это, ну. Это... не босс, это обычные мобы. Кто-то убил? Да. Я не знаю. За водой ничего видно не было. Чень-то подожди. Вера — это смерть разума. Угу. Окей. Почему что пошли? Тут ничего нет. Просто бродею. Бродеешь? Ага, какой-то вижу, блин. Nothing like a fresh clip.
было кайфно. На кайфные враги против них сражаться. Так, где мои денежки? Ты где вообще? Денежки искал. Это было все. Дурацкие деньги. Прямо по курсу сундук. Этот сундук я могу, это походу сундук по квесту. Да. По квестовый. Здесь есть настоящий, иди сюда. О, да. Патроном. Наверху еще один. Вот здесь было побольше. Класс, лучшие вещи вышли. Так, внизу нас ждут мобы. Идем мочить. Где-то печенька. А вон она, печенька. Что этих печенек дофигища. Я ненавижу людей, просто мне лучше, когда поблизости их нет. Есть много таких людей. Можно пойти на очень далеко и спросить, это если сестра это одна из них. Чего? Как ты думаешь, сестра твоя это одна из них? Ты там не понял то, что я прочитал. А, прочитай еще раз. Не могу. Ты, типа, появляется и исчезает. Или ты где-то записываешь? Записывается где-то, но что ты прочитал? Да мы настолько... Настолько не люблю людей, чтобы... Нет. Я не запомнил. Много людей, я которых я ненавижу, когда они поблизости ко мне. Или что-то такое, нет? Тоже не запомнил. Где туда записываться? Нам интересно. Вон Гопедия. Тут? Так, у меня печенька. Вот печенька. Words is well known are the great foes of reality. Слова, которые очень хорошо знакомы. Которые знаем они. Они самые тяжелые врага реальности. Попробуй сейчас найди, какая-то была печенька под каким номером. Мне же перечислилось все печеньки. Я не думаю, что в этом есть нужда. Печенька дофига. Нет, да, не сохраняется.
Find Conan the Barbarian. The Buronanian, блядь. Только крови, что такое? Кто-то описался. Кровью? Нет, кого-то мочили. Интересно. Ты прыгнул вниз? Но так? Сколько у меня стреляет? Вот он. Похоже на Человека-паука. Сундучок. Да нет, он не будет защищать. Дофига всего. А вот это один сундук, который не открывается. Это по ходу сундука, поэтому по квесту. Написано, что здесь есть сундук. И где он? Я уже был в доме. Там прохода вниз нет. А, вот вход, блядь, я слепой, блядь, пиздец. Да? Нашел вход? Да, он прям здесь. Лё. Вот он прям здесь. Вы что, оба слепые, блядь? Нет, я просто пошел за тобой. Кто? Да, ну это один сундук, а второй где? Снаружи? Справа. Ну вот он. Ты квестовый сундук взял? Да. Вот тут есть еще один сундук. Вот он. Это не квестовый. Я взял. Все, идем дальше. Wait!
Эмо клип Эли Сайзенкрейн. Печенька. To lose one parent may be regarded as a misfortune. To lose both looks like carelessness. То есть написано, как на потерять одного родителя, это, конечно, обидно. Потерять обоих, это как будто тебе пофигу. Что пофигу? Carelessness это лоихпа, то есть не волнует. Не волноваться. Не волнование. Смотрится как не волнование. Ну, знаю, на русском это по-другому звучит. У меня была такая печенька, там по-другому звучит. Так, тут есть сундук, я не знаю, как его взять. Life is a Wangway Street. А вот где? Здесь ты взял, да? Угу. Ну что, нашел? Да. Куда обманка? Еще один. Где? Что, еще один обманщик? Что-то есть. Короче, нету, значит, пофигу, идем дальше. Там что-то есть внутри, но может. Там два сундука. Там или там, сундук, там, и печенька. Там сундук и печенька. Ну, открыть мы не можем. Нет, я не вижу. Да, нам еще на одну печеньку, на один сундук хоть меньше. А даже за этим это конец карты, да? Сзади нельзя подойти к этому месту? Не-а. Это уже игра ограничения уровня. Это уже гранки как бы. Вот еще один сундук. В здании есть сундук, только как к нему зайти? Вот, вот. Нашел сундук. Там, где я из сундука взял? Да. Нашел? Да. Я думаю, это обманки такие. Глюки. Блин. Ну. Амбуш. Опа, хорошие вещи бросила. Ammo clip slightly increased cheat rate damage. Окей, взял. Все, мы вроде закончили здесь, можно улетать. Ты что, не можешь распрощаться с этими сундуками? Как видишь.
Можно вот так я взял. Everything in moderation, including everything in moderation, including everything in moderation. Как она можно все, которое соучаствует в модерации. Можно все в модерации. Как сундук открыть теперь, это вопрос. Эй, я просто перепрыгнул внутрь. Что за хрень? Сундука здесь нету внутри. Здесь все низкого такого качества тоже. А выйти оттуда сможешь? Я не знаю. Ох, вышел. А сундук я там не нашел, он на каком-то втором уровне, блин. Может быть из-за того, что мы играем через сеть, поэтому игра глючит. Где-то теряются какие-то данные. Может быть. Здесь на этом есть вещички на мосту, иди возьми. На каком мосту? Иди где я просто. Совсем. Сапотинки есть. За забором. Класс, я его заморозил, потом прикончил. Тут за забором, за вот этими домами есть еще противники. Идем. Как бы миссию мы закончили. Это просто уже противник, скорее всего, ресается. Заново. Те противники, где мы были, они заново появляются. Lucky Mary? Да, знаешь, куда я хотел еще пойти? Там с моста. С хороший взгляд. Хочу туда прыгнуть налево. Мы там были, я не помню. О, 3 скилл поинта. Я кого что вижу здесь? Можно карму поднимать до максимума. Карма плюс 15. 3 скилл поинта, охренели. Там
Где-то печенька. Где-то... Только где, не пойму. Где-то тут. Смотри на карту, если она внизу, вверху. Она рядом с меня, только я ее нет. Я стою возле печеньки, но ее печеньки нет. Наверху где-то. Наверху он тебе показывал, куда вверху или внизу. Ну. Ну, салют. Ну что, что вы закончили? Да. Нашел тут, конечно, какую-то группу. Я с ними здесь удовольствие имею. Ого. Call me Wang, Low Wang. Kill 2500 enemies. 2500. Если бы ты мне сказал, как мне к тебе попасть. Сказал, что? Как ты тебя найти? Это нужно потрудиться. Ну где-то. Я пошел к стене. Выбраться не могу. А тут меня уже не пускает игра. Давай глянем твое состояние. Дима их тырачит. Die,
Can't mess with me. Все, давай отсюда нахрен телепортироваться. Давай, нажимаем Т. Один скилл поинт. Даже это хорошо. Ну, проверь, какие вещи есть на продажу. Кстати, курю приду. Давай. Скоро буду.
Ну что там? Продаю свою хрень. Покупать у них пока что больше ничего нет, надо поделать квесты.
хрени продавать. Ты тоже делаешь это? Подкачу ловушку. Люди будут сидеть смотреть, как продаю хрень. Вроде закончил. $122,000 на продажу. Иду в следующий магазин, посмотрим, что у него там. Плазма Каттерс. Давай куплю. Хилинг Кор. Читер. Столько долго деньги собирал, так быстро потратились. Такая вещь, окей. Дефчитер. Завтра на работу? Конечно. Ну, спать и хочется. Скоро. Thank you.
тоже скупляйся. Продаю. Я взял банан. Нет, все. Пошли, да, пошли за миссию. Уровня уже. А ты хрена, у меня нет часов. Я постоянно... На уже без 10 час. Да. Меня выкинуло из игры. Что за хрень? Сейчас я пошлю опять приглашение. Давай на последнюю миссию пойдем отдыхать. Все. Что ты пошел на лоб? Кто там есть? Это что мне говорит, куда идти? Thank you.
снизу. Где ты? Я тебя не могу найти. Куда ты пошел? Там был лифт, я использовался. Там где-то где лифт? Вот такой красный, который на него запрыгиваешь, помнишь? Много лифт красных? На каком именно лифте у него? Я в одной стороне, ты в другой стороне. Капец, как мне тебя сейчас найти? But
lucky asshole. Saito? Who wants to know? Just a humble art collector. You don't look like an art collector. And you don't look like you're about to be a pile of tiny pieces. Still, here we are, right? What do you want? I want those scrolls you have. I sold those already. Bunch of junk. Who the fuck you sell them to? I never divulge information about my clients. And I never divulge information about where I bury my victims. Let me show you on your map. Wise choice. You'll need a password to get in the door. It's 23 Skidoo. Much obliged, Saito. Теперь куда карта показывает? Наверх? Или вниз. Такие прикольчики есть. Бля. Я упал вниз. Я тоже. Да, ну я иду по карте. Я на походу нашел место. Да. Так я тебе сейчас найду. Хотя нашел, блин, капец, на танк. Куда сложно играть? Я в одну сторону, ты в другую сторону, и друг друга найти не можем. Ты на суше, я на море, не встретимся никак. Я ищу дорогу, как пройти, понимаешь? Иди по этому. Иди по... Damn.
hear about the receptionist job? Беспорядок — это слово, которое мы придумали. Идем. Куда идем? Где ты? Куда ты пошел? Вперед. Поэтому, как он подсказывает? Да. Пошли. Что-то он такое интересное увидел. Все делают разные саунды, очень круто, блин. Сундучки некоторые. Такое чувство, как мы с тобой уже были здесь когда-то. Ну, все эти миссии одинаково сделаны. Digga-digga-digga-ding-ding-ding, show me a virtuous man, I'll show you someone who's trying to hunt. Так, вход под низом в лифте. Ты уже поднялся? Я-то поднялся, но я не нашел сундуки. На карте нарисовано 3 сундука, а их нет. Вот они, первый. Они внизу поставили. Блин. За каждым сундуком здесь бегать. Тут типа на этом месте должен быть сундук, а вы нет. А вот он и нашел. 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 Ну, шлем дальше. Да. I believe you have something that belongs to a friend of mine. Everything here used to belong to someone else. Now it belongs to me. Oh shit. What about my ass? Does that belong to you too? Will by the time we're finished here. Quite the contrary. It is you who will belong to my ass. You gotta work on that one. Yeah, that didn't come out as cool as I thought it would. Kill you anyway? Oh, I very much doubt it. Откуда кто стреляет, блин? Да? Замочкали все? Да. Печенька где-то вот тут, вот печенька. Пошел. Поймай ритм. Все, пусть, вроде мы закончили здесь. Все тяжелые по сгибам. Летаем? Долго там. Мы будем спать. Все. Паре. Это ж надо сейчас получить 2 скилл поинта. Пошли. Прилетай. Иди получай. Done my family a great service. No more than your family has done for me. Perhaps. Still, I am in your debt. Now,
Let's see what we can do with that sword. Careful, you don't want to slice off a fingernail. Remarkable. I've never seen anything like this. All right, I will attempt to restore it. Please, stand back. You ruined it even more! Under the circumstances, it was the best I could do. This sword will never enjoy its former glory. But now, you can put it to work inside another sword. Well, that's something, I guess. Скиллы. Силами не все. Так, что он там дал нам? Ninja Touch, Melee Damage, Light Fire Arms. Ага, для милишника дал. Зато оружие твои намного слабее. Что он дал? Дал этот, как она, амулет для милишника. В ближнем бою урон 30%. Ну, что с этим амулетом делать? Его одеваешь? Где мы можем одеть амулет? Я не одеваю, потому что он уряжает по 20% урон оружием. Я пользуюсь оружием, я не могу сказать, что я только в ближнем бою использую, поэтому не очень актуально для меня. Ладно, еще одну миссионку надо сделать. Ну, хватит. Заканчиваем. Ну, сейчас ночь. Хватит. Достаточно. И завтра на работу. Я уже устал, чтобы отдыхать. Сколько ты встал? В 8:30. А, как я. Что у нас там из миссии? Ну все, закончили, я выхожу. Хотел бы еще побегать, пострелять бы еще немножко где-то. Ну, просто походи, на кайф. Стреляй. Без меня походи, постреляй. Без тебя, я понял. Плохо? Чего плохо? Час ночи ты хочешь играться? Еще немножко побегать, я еще не усталый, но не такой степени. Ну? А я устал, я хочу спать. Я понял. Хорошо тогда. Ух. Придется отпустить тебя. Придется меня отпустить, типа, я... думаешь, я буду спрашивать твоего разрешения? Это надо. Да? Губу не раскатал? Не. Да, Латона там. Давай, спокойной ночи.
Sure sound is not necessary. Remember why we're quite capable of every wickedness. Fortune is untrue. Two SP. Become immeasurably better since I have been forced to stop taking it seriously.
Fuck. Ready to kill some fuckfaces?